Бизнесменам на заметку. Теперь субъекты малого и среднего предпринимательства по итогам проверок надзорных органов могут избежать штрафа и получить только предупреждение. Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации дополнен соответствующей статьей. Данная норма применима, если предприниматель совершил правонарушение впервые и в результате этих действий не был причинен вред имуществу, жизни и здоровью людей, объектам животного и растительного мира, а также отсутствовала угроза возникновения чрезвычайных ситуаций. Следует отметить, что административное наказание в виде штрафа не подлежит замене на предупреждение, если совершены правонарушения в сфере антимонопольного и миграционного законодательства. Это сделано для того, чтобы именно оградить предпринимателей, будем так говорить, которые ранее не были замечены в каких-то добропорядочных, да, чтобы на первый раз ограничить предупреждением, не накладывать на них бремя вот штрафных санкций, поскольку зачастую штрафы бывают довольно-таки существенные для них, особенно в наше время.